Муж сходил в лес за кабачками. Тут 26 штук. Тут не только кабачки, но и вот тыковка. Тут тоже тыковка. Вон там тоже тыковка. Это он типа снимал накануне моего приезда. А я уезжала. И вот на недельку, буквально на недельку. И вот посмотрите, а там маленькие-то есть еще? Полно, да? Маленьких полно. А почему в лес? Да потому что там реальный у нас лес. Вот просто из кабачков. У нас реальный просто лес. Вот, смотрите. Вот он лес. Вот он просто лес. Вот он лес. Это просто оставалась у меня рассада. И просто я взяла... Ее оставила себе всю. Продавала вроде как, хотела продать, но никто не взял за копейки. Рассаду пришлось себе оставить. И вот она у меня занимает пол огорода. И там где-то еще вот за этими цветами, там тоже большая-большая куча вот этого леса. Ладно, пусть растет. Будем кушать всю зиму опять кабачки. А? Прибежала. Я уже все покушала, кстати. Что, все жухнет, да, картошка? Чернеет. Горит. Горит от фитофторы. Фитофтора, зараза. Как она достала уже? Я не знаю, как это... Да, да, да. Это фитофтора. Это зараза из зараз, которая выжигает все. Более стойкая. Картошка, да. Но тоже вон поражена. Тоже есть, да. Есть, тоже эти черные, ладно. Да? В этом году не будем. В том году обрезали. В конце... Ой, Вов, это вот не шампиньон. А где у меня шампиньон вот здесь был, а? Где-то я его видел. Ну-ка, где-то. Вон он лежит. Это не шампиньоны? Да, у меня же там вот растут. Вон там я сорвала. Может быть, слушай. Идут этими спорами. Вон. Вот он, да? Шампиньон. Да. Ну-ка. Ага, слушай, шампиньоны. Там еще два гриба таких. Прямо около картошки растут. Представляешь? Ну, там картошка-то у нас. Раз, два, три. Ой, вкусно пахнет. Что, я тогда в заморозку пока? Ну, да? А потом будут ноги. Те тоже, да? Они пускай побольше вырастут. Сейчас я их посмотрю. Вчера я снимала и забыла, оставила здесь. На этом... О, вот они. Вот они, смотрите. Вот они. Вот они. Ой. Иди снимай. Новые пойдут. Вон, иди, смотри. Вот они. Вот они. Ну ладно, пускай я потом с ножиком приду. Да, да, обрежешь и в морозилку. Так, я в прошлом году такие же грибы показывала. Мне сказали, что это... Видишь, трава-то? Надо косить. Косить надо все. У Ксюши брали косилку у нас. Да-да-да, я вчера видела, что он там висит. Вот здесь вот висел, еле достал. Он такой самый здоровый. Провис. Провис аж провис. Ну ладно. Кабачки прут. Так, что ж... Чего? Какой? Вот этот из Георгинов забор? Надо березы посадить по углам. Чтобы держали и крепить, да? Два такие. Не, мы хотели проводом обмотать еще. Надо обмотать будет. Ты видишь, мало уже этой высоты-то. Я говорю, надо вон такие. Ну, кто знал, что у меня такие георгины вырастут? Они в том году были высотой, наверное, ну, метра да два. Меньше, да. А в этом году уже под 3 метра. Под 3 метра георгины. И шикарно, шикарно цветут. Ну вот просто вот как дерево. Цветет дерево. 3-метровое. Ну, кто-то выращивает у всех в основном вот да, посюда. Такая, да, даже это надо проводом будет приткнуть. Потому что хочется до конца, чтобы они были. А эти 3-метровые, вот реально, если не выше, Вов. Вот сколько вот до верхушки? Ну, 2,5 точно есть. Ну, какое 2,5, да? 1,70 м, ну. И там сантиметров 80, наверное, я сбоку-то смотрю. 2,5 м. Да мне кажется, больше. Не. Вот, это смотри. Это еще
Ты, Лен, выкидывай, у тебя снизу грядка 40 см. Какого они цвета? Фиолетовые, да? Или темно-сиреневые? Какого цвета? Ой, красота. Красота, просто красота. Необыкновенная. И ничего не это. А то мне сказали, это все у вас в листву ушло. Оно все вместе. Какое слово-то подобрать? Сочетаемо, несочетаемо, как оно? Вместе. Гармония. Да. Вот так вот. Так, ты хотел открыть теплицу? Ну вот, поехали снова продавать кабачки. 15 штук у нас тут девушка берет сразу же по дешевке. 50 рублей за кабак. Ну, хоть такой кабак, хоть вот такой кабак. Все по 50 рублей. Вон какие слоны выросли. Поэтому они растут, прут. Нам хватит. Те, что еще нарастут, еще весь август будут расти. Поэтому вот 15 штук заказали. Съездили, продали 18 штук кабачков. Уже поехали, еще 3 заказали. В общем, вернулись, 3 штуки еще взяли. В общем, 18 штук кабачков, больших лошадей продали. По 50 рублей за кабачок. На икру берут. Так, и вот закрутки. Значит, 6 банок у меня 3-литровых огурцов. И это все черничное тут. Ну, не варенье. Я не вареньем варила. Я буквально чуть-чуть сахара положила. 5 минут поварили. И все. Так что это сейчас пойдет у нас опускаться в погреб.